Окей. Здорово, парни. На этом стриме хотел немного полутаться. PvP, конечно, тоже не сбегал. Участвовал в них активно, когда они были. В общем, лут размазали по локациям, и сейчас его найти гораздо сложнее, что ли. Денег все меньше и меньше. PvP деньги не приносит абсолютно. Поэтому пытался вот что-то найти. Что за это получилось, увидите в данном ролике. Сука. На большой стройке челик. Вроде как вот оттуда стрелял. Хотя мог и справа тоже стрелять. Один в упоре вот тут за контейнером подбежал и сел. Одному супер херово. Ну, погнали. Здорово. Что делаешь? И это все еще не снайпер. Снайперка у меня забрала, один хрен не выдержит, надо поднять его, я просто не вижу ни хера. Так. Через все это ни единого звука. Вроде я тут более-менее закрыт. Вот примерно так сейчас надо лутаться, короче, чат. То, что иначе денег вообще никак не раздобыть. На PvP денег вообще не заработаешь. Это, конечно, давно уже так, но сейчас это вообще крайне такая тема, что вот проще гаек набрать, и я сейчас заработаю больше, чем если бы я собрал, например, с этих типов оружия там и все дела. Здорово, Кенжик. Спасибо тебе за поддержку. Так, а что за странный тип? Пулка, которая плевала на мой бег. Дружок, что с тобой не так? Почему ты...
Как-то просто бежал, игнорил меня. Походу, вот там кто стрелялись. Мышара. Эская. Там под кранами, помните, была война? Вот, видимо, там две пати встретились. ВК? Это ЧВК, чат. Быстрее. Ах ты мышь. Оружание, что ли? Ждал, пока я к машине подойду. Сколько там времени? 5 секунд, все. Просрали мы тачку. Пешком пойдем. Ну и ладно, силу покачаем. Многих вещей лут увеличивали шанс. Типа там видеокарт. То есть так кончилось, что ли? Да, без вовремя. Как раз на штурме. Всего. Чисто в коробочку положил, типа, смотрите. Помогите. Тик. Или уехали? Ну-ка посмотрим. Нет, не уезжали. Сука, он просто сидит на выходе. Какой ты молодец. А сейчас бы гранатку тебе туда, дружище. Кустики прокидать. Можно было бы тебя вообще на изи там вычислить. Вон он сидит. Я же говорю, он сел.
Бэмби, бля. Как-то сейчас тоже прицел у меня увело. А, ну тут, в принципе, челобот все сделал за нас, всю работу. Окей. Пойдет. Только троих, да, убили, по-моему. Нашли троих, по крайней мере. На крышу кто-то залез, походу, да? Да, определенно. Чел, походу, квест вообще делал. Это подо мной, по-моему, ходит. Бля, звуки в санке, конечно, пипец. Они в западке, да, сломанные? В восточке работают. Хорошая грена, братец. Еще тебе такую же туда. Звука по этим ступенькам. Поэтому это очень опасно занятие. Так, сюда. А, ну да, этот же грен я себя взорвал. О, блин. Все понятно. Память лучше на 23. Еще один пистолетчик. А нормальные люди есть?
Поэтому я не люблю берег. Восьмой. У него ж не лутано, ничего. Ты чем занимался, чел? Ты просто стоял тут и все? Он вообще ничего не лутал, он просто стоял, походу, реально, и крысил, и все. Ничего больше не делал. Потому что я не знаю, как на берегу можно вообще ничего не найти. Охренеть. Блин. Самые вкусные комнаты я полутал. Давайте посмотрим. Вот 12500, да? 12500. Ну, на 500 тысяч принес. За то, что я залутал всю карту, можно сказать. Ну, хз, короче. На РПК, твою мать. Что ж ты не убиваешь-то? Куда он делся, простите? А, он умер все-таки. Понятно, маленько, значит, подлагал сервер. На крышу залез, что ли? Ай, чел, я за стеной. А я зеленку не взял. Я молодец. Я покойник. Чуть агрессивный чел максимально. Я не взял ни мул, ни зеленку. Охренеть. Как я так вообще мог прокосячить? Видимо, он тоже его распилил. Смотрите. Кто-то прыгнул? Ну, такой, на самом деле, думаю, получше. В итоге, чат, я начинал стримить с 13 лямов, и спустя 6 часов, да, там я умирал пару раз меня Мэтт мои вещи выносил. Короче, я выносил полностью таможню, берег по луту, и самым прибыльным показался резерв, там более быстрый рейд и больше всего лута на данный момент, а таможня и берег прям мега пустые. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.